Jacked up motorhead, yup, sipping a soda pop. Trouble on my block, not a shock, we don't go to cops. We make house calls with shotguns and loaded glocks. Golden platinum plaques back to back, cause we sold a lot. Every day I come home with more than I left with. Writing raps, setting traps, getting cash on my escort. A battle axe attached to my necklace. Fuck around, it's a death wish. I'm building with my fans to perfect this. Especially fresh to death, that's what the click is. People say you're mad child, that white boy the sick is. Ridiculously particular, kicking up dust. Definitely the next blow, shut the. Всем привет! Сегодня новый обзор громкого проекта, и в гостях автомобиль Lada Priora. С этим автомобилем делает вот вообще абсолютно все, будь то автозвук, либо вообще какой-нибудь разнообразный тюнинг. Ну и, пожалуй, особенно распространен этот автомобиль, конечно же, на юге. И именно на юге тюнинг данных автомобилей достигает тут вообще огромного масштаба. Ну а сегодня это повседневный проект с достаточно серьезной музыкой, которую я вам сегодня и покажу. Под капотом у нас стоит легендарный ВАЗовский шестнарь с супер прошивкой. И мы сегодня специально заехали с Opel Astra, который был в прошлом обзоре. Я прикреплю это видео. Ну и, конечно же, тюняшки, которые присущи каждой приоре. Это нулевик и распорка стоек. У меня мотор 1.2. Не оправдывайся. От матиса стоит резина и мотор. Так, сегодня у нас заезд двух супер повседневных машин. Opel Astra против Priora. Готовы? Поехали. Виталик молодец. Просто уничтожил вас. Ты сюда. Раз, два, третий, едем. Давай. Опа, опа, опа. Так, заезд номер два. Не, ну с места до 100 Priora практически делает. Сейчас я попробую, слышишь, на коробке поехать, не на ручке. А я сцепление вовремя отпускать. Так, у нас заезд номер два. Дима, ты готов? Подожди. И на гудок. По питанию стоит Дельта 80, через медные шины у нас установлены провода. Идут два провода назад на Sunshine 155 амперный и на генератор, генератор DC Power. Здесь стоит и кондер, и генератор, все нормально работает. И особо примечательно то, что в салоне стоит регулятор, с помощью которого можете поднимать вольтаж до 18 вольт. Я вам покажу, действительно интересно сделано. Самое мое любимое — это время потроллить фронт. Классический инсталл, который очень часто распространен, это трешка построена на среднечастотных динамиках. FR80, NM6 и 25 NEO. Если хотите больше громкости, ставьте только SC. FR80 или подобная низкоиграющая середина все равно не даст того панча и того мида, за которым вы так охотитесь. Ставьте миды, делайте правильную трешку или правильную двушку. Если фронт можно было затроллить, то багажное отделение вообще сделано идеально. Потому что все усилители спрятаны в фальшпанель, и открывая багажник, видно только короб и сам сабвуфер. Действительно прикольно и классно выглядит. И в нише багажника, в нише под запаску, установлен как раз таки аккумулятор 155 амперный и все усилители. Это M54, HL500.4 и моноблок HLX2000.1. Сабвуфер на данный момент 315, но в прошлых видео, если вы следите за нашим каналом и смотрите наше видео, стоял 153 DevBots. По результату разницы на данной мощности мы не заметили, это 147+ на музыке. По подаче баса она есть, на 315 бас более плотнее, ну и более ветренее, вот как-то так. Чуть не забыл сказать про магнитолу, вот у нас 195 Alpine. Владельца зовут Дима.
И вот он наш вольтажик. Покажи, покрути, то что вольтаж поднимается. Вот 14-15,2 уже. Вот спокойно можно регулировать вот этой штучкой. Теперь включи фронт. Теперь у нас басуха и классическая проверка, это две салфетки, да, Дима? Это был обзор громкого автомобиля Lada Priora. Каждый день вы можете приехать к нам в фирменный магазин и прослушать ее в реальности. Ну или подобрать себе какую-либо систему. По самому проекту действительно интересный, повседневный. Есть все для Priora, есть посадка, есть диски, есть тонировочка. Едет очень быстро. Пишите комментарии по поводу этой системы, что бы вы хотели изменить, что бы вы хотели сюда добавить. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!